Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Итак, мы продолжаем с вами американского беглеца. В прошлой серии мы с вами угнали этот Hot Rod, опять у этих макоиков, блять, хуёиков. И в этой серии продолжим заниматься расследованием. Да, верно, расследованием. Дело об убийстве нашего отца. Сдали, блядь. Полиция откуда-то. Ну иди ты нахер, дурачок. Давай, поехали за мной. Натя, отдал? Профессионал. Профессиональный драйвер, ёпта. Я полицейский сам, блядь. Чё там? Тухлая рыба? Ну, сожрём. 3, 6, 5, тут. Змейка, площадка. Иногда полезно прогуляться. Можно найти 10 баксов. Чё лошара-то, блядь? Ну, чё творишь-то, блядь? Джека нахер отсюда придурок, блядь. Ебать ты, блядь, мудак. Слышь ты, блядь. Уевший какой-то, блядь. Считай, за веревкой приехал. Че у нас в инвентаре? Инвентарь. Че, выпить? А, 3 килограмма. Веревки в 3 килограмма. Короче, ладно, пиздуй-ка ты нахуй отсюда. С тревкой. Так, что у нас? Карта. 5 к Дуэйну едем. Мы, блядь, здесь. Дуэйн там. Так. 5 это дурак, блядь. Ну, это дебилы кусок, короче. Копы вместе с ним. На, нахер. И чё, блядь? Ты видал, что происходит? Чуть-чуть. Блять, копы доебались что-то. Да они бухи, походу, делал, да? Бухи копы, блядь. Это вообще неадекват полный, блядь. Этот там вообще, ну, блядь. Ребята, ну вы даете здесь. Еще ладно, видит препятствия, хоть на тормоз нажимает. Короче, ладно, погнали. Мы что тут залипли с вами. Так, по сюжетке. Поугараем. Так, что нам эта монтировка нужна? Нет, место пугало. Ладно, у нас есть. Что у нас есть? А нет у нас с вами ничего. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я боюсь, блядь, копов. Не так посмотришь сразу. Ви-ви, 5 звезд я, держаться подальше. Ну-ка, а если попробовать? 1, 2, 3, 4. Хуй, блядь. Ну смотри, буква А. 1,
61. Ну, скорее всего, какое-нибудь здание рядом с паролем. 66 31. Не знаю почему, откуда это взял. Хер его знает. 66 31. Хуй. Заносит по-детски, расхерачили все детскую площадку. Так, а что это? Так, дорогой, ты где? Дорогой, здесь у нас. А, ну мы знаем, что там есть сейф, ячейка, войти. Сейчас, блять, ездить придется. Но ростовщик хочет тебя видеть. Почему, зачем я ему? Он знает, что ты помог мне. Если хочешь, у него есть для тебя работенка. У него такие связи, ты даже не представляешь. Ты за него ручаешься? Я думаю, так будет лучше для всех. Вы поможете друг другу, а заодно и мне. Тройная выгода, так сказать. Что ж, Дуэйн, говори, где его найти? Хищная рыба. Переговорите с ростовщиком. Бэ-бэм. Ну чё, погнали? Туда-сюда заставляет ездить. Ну чё за нахуй, ссаные копы, блин. Монтировка есть у меня? Ну ладно, блядь, потом возьму. На тебе, блядь. Все равно за мной охотится. Так уже, блядь, 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 тихо, тихо, тихо. Ладно, это не я. Я случайно. Да педали перепутал. Чё там, тухлая рыба? А не, не тухлая, нормально. Или тухлая. Еще одна рыба. О, мысь. Ещё выйдем, отремонтируемся. Оп. Дал? Двадцаточка. Так, инвентарь, что выбросим? Бросить. Новый ломик. Пригодится, думаю, сейчас ростовщик взломать это, взломать то, ограбить этого, выбить долги, еще прочую хуйню нам. Не херню, а работу даст. Ну, в общем, для нас это херня, потому что за нее можно сесть. Что за работа такая? Без трудовой книжки, да? Это что за... В каком-то фильме, по-моему, даже было так. Это что за работа такая? Ты мне трудовую покажи. Блять. Заехали в какую-то жопу. Выпусти меня отсюда. Так. Так. Что-то вечно в горле пересыхает, садишься, трындишь. Бывает, поэтому я иногда молчу, бывает скучновато. Ну ничего, а приятно смотреть, когда... Так, где, блядь, ростовщик? Я чуть не въебался в забор. Выписал бы нам счет. Вот ростовщик ебаный, ну а чё он так живет, как бомжатник? Прошу, нам многое предстоит обсудить, мистер Райтли. Дуэйн сообщил мое имя. Это не потребовалось. Твое имя в последнее время, знаешь ли, на слуху.
Сбежал из тюрьмы, нарвался на Маккоев, ограбил банк, связался с Сидоровичами. И все это попутно выясняя, кто же убил твоего отца. Кто вы? Простой бизнесмен, представляя займы нуждающимся. Откуда вы столько обо мне знаете? Знать — это моя профессия, да еще какая. Доход уж точно получше, чем на госдолжностях. По правде сказать, у тебя отменный инстинкт. Я тайный агент ФБР. Хорошо, ты слушаешь, умно. Похоже, у тебя остались вопросы. Задавай. Дуэйн знал? Сначала нет. А когда послал меня к вам, знал? Да, я в его защиту скажу, что выбора я ему не оставил. Зачем я вам? Может, просто арестуете, дело с концом? Зачем тебя арестовывать? Нет, я хочу помочь, мистер Райтли. Мэр больше не удел. Сидоровичи мрут, как мухи. Освободившееся место заполняют другие банды. Я пытаюсь спасти этот город уже 15 лет. Безуспешно. Пора сменить тактику. Почему я? Почему ты? Я знал твоего отца, я его завербовал, его гибель был, и все произошедшее. Это все из-за того, что я подвел его. Не понял. Он был под защитой свидетеля, его убийцы пытаются прикончить тебя тоже. Но почему? Он был простым фермером, он солгал тебе, Уилл, чтобы уберечь. Мы сделали все, чтобы его убийца поплатился за содеянное. Я одалживал деньги каждому местному жулику. Ты хорошенько их потрясешь, получишь все причитающееся, не выдав себя, и мы докопаемся до истины. Возьмем, к примеру, первого. Послужной список длиннющий, на правонарушения сплошь мелкие. Для меня он ручная пташка, а ты должен на него слегка надавить. А разве федералам в этом налоге не помогает? Кажется, ты не понял, Райтли. Не нужно поддерживать репутацию. Делай, что хочешь, только приведи его. И никого больше не трогай, особенно копов. Я с такой бумажной волокитой дел не имею. Хе-хе. Слово истины федерала. Играй по моим правилам, и все будет тип-топ. Надави на Арнольда и приведи его ко мне. Я еще заставлю его поговорить. Так, доставьте Арнольда к ростовщику. Цель... должна выжить. Ну чё, погнали. Так, чё здесь у тебя? Нет, такую хуйню нам не надо. 1400 метров. Ну чё я говорил, сейчас он нам... Съезди туда, съезди оттуда, возьми то, приведи этого. А то, что он федерал, это, конечно, подстава. Ну, хотя какая? Да не, он при любой возможности жизни бы слил нас, ну, использует как и сольет. Вау. Тихо, блядь. Уснул на дороге, блядь. Так. Как всегда, вот. Даже вот, блядь, по правде, вот едешь на машине, начинаешь обгонять. Куда ты прешь? Помеха справа, придурок, блядь. Понакупают прав, блядь. Так, сейчас подготовимся с вами. Возьмем монтировочку. Ну, на всякий случай. Вдруг придется вырубать кому-нибудь. Так. Блять, опять куда-то. Где тут поворота, блядь? А ты еще кто такой? Я от ростовщика, похоже, ты опоздал, друг мой. Я не понимаю, я старался, ты же знаешь, как бывает. Большой босс хочет поговорить с тобой.
Что? Нет, передай ему. Я сказал, что он хочет поговорить с тобой лично. Похоже, у меня нет выбора. Хозяин дома напуган. Нет, давайте это. Блять, усиленный ром. Ну и чё ты, блядь? Какие-то копы побежали в этот же дом. О, долбоёбы, блядь. В общем, когда всегда, блядь, еще из, блядь, из-за аварии еще не хватало нам лупиться. Давайте, удачи, блядь. Бля, так и думал, что нужно будет срезать. Ставим, подождем. Не будем рисковать. Лишний риск ни к чему. Тем более в такой ситуации. Все, можно ехать. Бухой водитель, блядь. Так, все. Коллектор. Блядь, усиленный ломик-то потеряли, блядь. Чё, пойдем пешком? Чё скажешь? Ну пошли пешочком. Червончик, вижу бабки. Бабки 20 баксов. 20 баксов. Ну, километр. 1000 метров. Не так и далеко. Так, мы с вами дальше будем делать улучшения. Что дешевле, то и сделаем по очкам. Надо усилить, говорю, увеличить наш рюкзачок, чтобы могли больше таскать всяких монтировок там разных. Так. Все, выдохся, блядь. Семьсот метров. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Оп. Не, не буду. Физкульт, привет. Да, копы что-то сломались, походу, дело, когда мы. Там, блядь. Дурачка везли к ростовщику. Вот так вот денежки в долг брать. Всегда придет за ними кто-нибудь и будет спрашивать, где мои бабки. Гони бабки. Даже в банке придут коллекторы. Короче, не бери никогда деньги в долг.
Живи по средствам. Оп. Это мое личное мнение, так что делай как знаешь. Оп-оп-оп. Опа, я дал как? Ты так не умеешь. Вообще-то я бы очканул так, блядь, если бы меня по жопе черканул бы бампером. Так, блядь. Блядь, тележка, у нас бы давно спиздили эту телегу. О-о-о-о! А ты не заметил, я вижу. По. Двадцатка. Пять двадцаток, уже сотка. Чувак туда шел, в красной рубашке, мы его опередили. А ты не заметил, ха-ха. Пятачок тоже, ну-ка. Сейчас, бля, вызовут копов, нахуй, как всегда, бля. О, хороший автомобиль. Ну чё, пойдем, пообщаемся. Есть один тип, Карлос, который занял 5 штук на авторемонт. Сделал все полностью автоматически. Снял номера, всякие примочки. Машина, значит? Верить людям не мой метод, Райли. Люди наплетут что угодно ради бабла, и я могу это использовать. Скажи ему, что я требую вернуть 5 штук и еще 4 сверху. На хлопот с ним не берешься. Это как пить дать. Каких хлопот? Таких, что может понадобиться оружие. Сегодня ты сдаешь ему трепку, а завтра появляется я и предложу ему новый способ рассчитаться. Главное, не убивай его. Чё прочитал? Так, бейсбольная бита. Найдите Карлоса. Там кто-то есть. Хороший сигналец. Все, погнали. Погнали, погнали, погнали. Карлос. Цель не движется, уже хорошо. Блять, его еще и свищи. Вау, ебучий мусоровоз. Подготовимся. Всегда нужно быть готовым. Ну, ко всему, как всегда, не подготовишься. Но все равно. Нужно и можно быть готовым. Так, что, где ты, блядь? Здесь? Нет, не здесь. Где он, блядь? Потерялся, что ли? Ты Карлос? Смотря кто спрашивает. Босс говорит, ты должен ему 5 штук, и, похоже, не спешишь возвращать. Ему такое объяснение. А есть этому какое-то объяснение? Блядь, прошу прощения. Когда верну, тогда верну. Вернешь сегодня с процентами. А если нет, что ты сделаешь? Сам возьму. Что, целую армию приведешь? Мне не нужна для этого никакая армия. Уверен, у меня-то она есть. Ты, блядь. Блядь. Чё, ни одной тачки, что ли, нет, блядь? Хотя бы санный микроавтобус. Вижу.
Надо будет вырубить эту дуру. Ну, блядь, нечестно, нахуй. Как погиб им, блядь, только печень пробил немного, ну прям по почечкам. Ну, на этой тачке мы с вами далеко не уедем, там было пошустрее. Ну ладно, что есть, то есть. Простите, отвлекся. Ну, как всегда. Никогда не отвлекайся за рулем, понял? Что-то тут пикает. Опять сейф, наверное. Попробуем заехать с другого бока. Блять. Ну чё, сначала что? Погнали, блять. А, ну он там в отрубе. Так, чё там у нас? Есть? Ну давай эту тачку возьмем, похер. Блять. Ну вылази, блять. Сука, блять. Ну чё за нахуй? На нахуй, на, сука. Пидрила, блядь, стукачё ебаная, блядь. Так, блядь. Случайно зарядили битой. И он что-то сдулся. Хуёвый Карлос, короче, какой-то понтом больше, чем это. Что не туда едешь? Ёбаное депо. Тихо. Потерялся, что ли? Да, потерялся. На нахуй, на нахуй. Что с ним надо делать? Сколько тут народу положить надо? Задание выполнено. Я бы сказал, что тебе выйдет отличный федерал, если бы ты мог пройти психологическое тестирование.
Массированное наступление выполнено. Ну-ка, блядь, бабки спросим с этого придурка. Карлос, что? А, нахуй вертит. Нормально так, отпиздили. Мужик-то, блядь, аккуратнее ездит, придурок. Сигналка работает, нашел сигналку. Видал, челик? Че, сколько там? 5 баксов? Ну че, ну ладно. Ну что, предлагаю на этом закончить. Продолжим в следующей серии обязательно. А вы комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Twitter, на паблик. Буду очень признательна, если расскажете об этом видео своим друзьям. Всем спасибо. Всем пока.